Ярославские дачники не останутся без света. Находящиеся в садоводческих товариществах электросети долгое время фактически были бесхозными. Теперь их решено передать на баланс совместного предприятия, организованного правительством области и энергетиками. Также региональное правительство выделяет средства на восстановление изношенных электросетей. Бесхозным энергосетям нашли хозяина. В Ярославской области проведена большая инвентаризация всех линий электропередачи и трансформаторных подстанций, которые находятся на территории садоводческих товариществ. На баланс дачников их решили не отдавать. Все-таки обслуживание энергосетей – дело сложное и требует участия специалистов. Потому совместно с энергетиками региональное правительство организовало компанию «ЯРЭСК», на баланс которой теперь и передают все садоводческие электросети, высоковольтные линии электропередач и трансформаторные подстанции. Создали ярославский участок из 12 человек, который уже фактически с февраля 2014 года, приняв на баланс 21 единицу садоводческих кооперативов с их имущественным комплексом, на 30 подстанциях проведены аварийно-восстановительные работы, заменено больше 3 километров сетей высоковольтных линий электропередач. Самое главное, на наш взгляд, это сняли головную боль с собственников садоводческих товариществ, потому что там, конечно же, как мы понимаем, нет квалифицированного персонала, который смог бы выполнить необходимый объем работ. Как заверили в региональном правительстве, никаких дополнительных средств садоводов на модернизацию сети собирать не будут. Все затраты и так заложены в тариф. На сегодняшний день уже 32 садоводческих кооператива передали свои сети. Еще 27 передадут в первом квартале следующего года. На модернизацию энергосетей из областной казны в будущем году будет потрачено 20 миллионов рублей по программе энергосбережения. Постановление правительства определено. Высоковольтные линии и подстанции делаются за счет государства, а внутренние сети за счет садоводов. И в этом отношении, значит, так садоводы не могут сами одни потянуть, деньги все же солидные. Вот. В этом отношении мы из бюджета помогаем. Областной союз садоводов и наш департамент агропромышленного комплекса и продовольственного рынка. В этом году в Ярославской области уже 8 садоводческих товариществ получили субсидии на создание электросетей на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Нина Свичникова, Михаил Орлов.